35 лет на сцене под трели свирели. И не только. Ребята из ансамбля «Эреветь» умеют играть на самых разных музыкальных инструментах. Живую музыку слушала моя коллега Татьяна Раевская. Баянисты начинали творческую летопись ансамбля «Реветь» в далеком 1981 году. Сейчас в коллективе уже полсотни артистов, которые играют на 30 музыкальных инструментах. Ребятам удается извлекать мелодичные звуки из таких необычных предметов, как дрова, топор, ухват, коса и даже сковородка. Руководитель коллектива Сергей Федотов не устает придумывать оригинальные аранжировки народных мелодий. Толпами к нам ребята приходили сами из города, потому что в городе не было такого коллектива, чтобы играли ребята на гармошке. Вот. И когда у нас появился ребят, нас хватали все по рукам. Было очень много концертов. За 35 лет ансамбль стал узнаваемым. У него свой стиль, своя музыка, свой репертуар. Артисты выступали и в глухих деревнях, и в интернатах, домах престарелых, и на заводах, и на самых больших концертных площадках страны, и даже за ее пределами. Мне здесь вообще нравится заниматься, здесь комфортно, это как второй дом мой. Мы бывали в разных поездках, также за рубежом, но больше всего мне понравилась поездка в Уфу. Нас очень тепло приняли. Ансамбль – многократный лауреат международных, всероссийских, республиканских фестивалей, конкурсов и марафонов. В копилке множество наград, но «Эреветь» не стоит на одном месте, а продолжает развиваться с каждым днем. И его участники уверены, впереди немало новых достижений, наград и, конечно, концертов для любимых зрителей и слушателей. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Расиль Мухаметов, «Республика».